Телеканал КРТ представляє. Вітаю вас, дорогі телеглядачі. Ви дивитесь програму «Без протоколу». З вами я, ведучий Дмитро Василесі. Сьогодні у нас в гостях дуже цікавий гість. Це Радченко Юлія, кандидат медичних наук, хірург, офтальмолог Центру мікрохірургії ока. Вітаю вас. Добрий день. На жаль, знаю ситуацію з Центром мікрохірургії ока і дуже бентежить в першу чергу ситуація з дитячою травмою офтальмологічною. Я знаю, що у вас у центрі є такий напрямок допомоги саме дітям, які отримали травму ока. І от поясніть, будь ласка, там, в принципі, ситуацію з дитячою офтальмологією в Україні і потім просто от проаналізуємо, яка ситуація склалася у нас конкретно з Центром мікрохірургії ока. Ситуация, к сожалению, с детской офтальмологией, как и вообще, скажем, в нашей медицинской сфере, на самом деле не очень хорошая. Вообще детская офтальмология находится, скажем, в таком удручающем состоянии. Вызвано это тем, что у нас вообще недостаток детских офтальмологов в Украине и в Киеве, в частности, достаточно большой. И если учесть, допустим, известно, что как минимум 35 вакантных мест было, это на начало позапрошлого года, по поликлиникам. Поэтому детских офтальмологов мало. Попасть к ним на прием достаточно проблемно. Те офтальмологи, которые детские, которые сейчас есть в частных клиниках, к сожалению, отнюдь не всегда обладают достаточным количеством знаний и могут действительно оказать какую-то адекватную помощь. Мы с этим сталкиваемся достаточно часто, а ведь на самом деле помощь детям – это очень важно, потому что такие вещи, как неправильно выписанные очки, даже банально, да, приводят в дальнейшем к тому, что зрение может снижаться достаточно сильно скажем так, мы можем получить снижение зрения у ребенка, у которого могло бы быть все по-другому. Проблема вообще, как таковой детской офтальмологии, в том, что на данный момент с внедрением реформы получится так, что тот первичный осмотр, скажем, новорожденных, который должен проводиться детским офтальмологом, сейчас на данный момент должен осуществляться семейным врачом. То есть, я так понимаю, принципе, зараз семейный лікар повинен функцию офтальмолога выполнять. Он должен уметь посмотреть глазное дно и провести осмотр новорожденного ребенка. Но это, в принципе, я вам скажу, для того, чтобы научиться это делать, просто посмотреть глаз маленькому ребенку, надо иметь какой-то навык. Просто надо уметь с этим ребенком договориться, надо уметь подход. Я уже не говорю о новорожденном, который достаточно проблемно. Сам процесс, допустим, осмотра глазного дна – это такая ситуация, в которой люди, интерны наши, учатся в течение года, чтобы хотя бы просто научиться видеть, что там есть, да, на этом глазном. Я уже не говорю о том, что этот осмотр, он же требует какой-то интерпретации в конце, да. То есть вся эта ситуация, которая складывается в детской офтальмологии на данный момент, я думаю, что года через 3-5, к сожалению, может привести к тому, что будут пропущены большое количество врожденной патологии. А як це? Тобто, я так розумію, що от раніше все ж таки був якийсь контроль, тобто офтальмологи мали оглядати новорожденного. Да, было положено осмотр педиатром, да, новорожденного ребенка. У ребенка был график осмотров, когда ребенка отправляли к офтальмологу, да, к ортопеду-травматологу, должен был посмотреть каждый специалиста. Но сейчас это оставлено на, так сказать, на мнение, на рассуд, как бы скажем, украинским языком родителя и семейного врача. Я очень хорошо отношусь к нашим коллегам, семейным врачам, но невозможно объять необъятное. Невозможно быть специалистом одинаково хорошим во всех областях и одинаково хорошо лечить и новорожденных детей, и бабушку 102 года. Так не бывает. По оконцовке, в конечном результате, скорее всего, мы через 3-5 лет будем наблюдать значительный рост той врожденной патологии, которая раньше активно выявлялась, как то врожденная катаракта, врожденная глаукома, скажем так, те же косоглазия, которые, в принципе, должны быть откоррегированы.
в детском возрасте соответствующим подбором очков, и соответствующая проведена коррекция. То есть в дальнейшем, если ты не назначил нормальную коррекцию, то у тебя будет развитие так называемой амблиопии, да, то есть снижение зрения. Все это приведет к тому, что мы будем наблюдать значительный рост различных патологий офтальмологических в нашей популяции. Это раз. То, что касается непосредственно нас, скажем, да, мы обслуживаем детскую травму глаза. Мы принимаем детей с травмой глаза, должны принимать жителей Киева по приказам, которые разработаны были ранее. Но, к сожалению, помимо детской травмы глаза Киева, к нам уже едет и детская травма всей Киевской области, а зачастую даже и не Киевской области, скажем так, и Житомирской, и какой хотите. А чому? Тому що у них в областях немає просто таких спеціалістів і такого напрямку? К сожалению, допустим, вот наша реформа привела к тому, что в областной больнице в Киевской сокращены детские койки. И те врачи, которые там раньше этим занимались, эту травму детскую областную обслуживали, они там уже не работают. Поэтому по умолчанию, скажем так, всех детей привозят к нам с травмой глаза. С Киева. Уже не только Киева, но уже и Киевская область. Вот. Понятно, что самые сложные травмы, и не только Киевской области, скажем, тут у нас на самом деле в Украине два центра. Киев и Одесса. И вот люди выбирают то, что им географически ближе, то, куда они смогли дозвониться, то, что им кто-то посоветовал. Фактически происходит вот такая вот хаотическая, скажем так, распределение пациентов. Я так розумію, якщо брати от чисто теоретично, логіка, тобто такі центри повинні бути у кожній області для того, щоб, якщо дитина, не дай Боже, що сталося, щоб вони могли отримати досить швидку допомогу. Якщо, наприклад, там з Закарпаття везти до Києва чи до Одеси, ну це ж, що станеться з цією дитиною? Оптимально, звісно ж, обработати це проникаюче ранення в течение суток. Потому что в дальнейшем это уже присоединение инфекции, это присоединение разных воспалительных процессов. Но чем дольше мы затягиваем от момента травмы до получения хирургического, скажем так, лечения, тем прогностически хуже конечный результат нашей деятельности, тем хуже для ребенка. И надо понимать, что это же глаз, да? Мы автоматически получаем человека с ограниченными возможностями. Я уже не говорю о том, когда в дальнейшем сложится его судьба, какая-то психологическая травма в дальнейшем, да, когда ребенок, ну, там, у него глаз, или субатрофия, или какие-то другие проблемы. Да? Всегда хочется спасти, всегда хочется так, чтобы это было косметически, выглядело хорошо. И в твоих руках судьба человека, маленького человека, которому дальше так жить. И это тут очень много зависит как бы от доктора. И хотелось бы, чтобы у докторов была такая возможность помочь этим пациентам. Якщо от я от зараз от вас що, і мені, наприклад, навіть важко уявити, наскільки це психологічна відповідальність і психологічний таке навантаження психологічне, якщо от попадає такі пацієнти до лікарні. От як ви, в принципі, робите ці всі операції і от психологічно виглядаєте досить як нормальна людина, без ніяких психозів таких інших? Це ж все якось чином коло вас, от, на ваших очах відбувається. Довгі роки тренувань дають о себе знати. Ну, як вам сказати, кожен доктор, розумієте, у нас, слава Богу, хороша спеціальність на самом деле. Вона не настільки морально тяжела, да, допустим, як сталкиваются онкологи, да, онкохирурги, там, ну, вот такие вещи, когда у нас всегда есть, существует, если все-таки не все так плохо, то существует вероятность того, что и зрение восстановится, и косметически это будет выглядеть неплохо. Мы всегда стремимся к лучшему, и у нас есть возможность дать это лучшее, скажем, нашим пациентам. Поэтому очень жалко, когда нас этой возможности, нас и в первую очередь наших пациентов могут лишить. Это просто пугает.
скажем так. Якщо от проаналізувати, так от хірург-офтальмолог, я так розумію, що досить важко отримати саме цю професію, і щоб кваліфіковано робити операції, щоб допустили, я так розумію, навіть до пацієнтів, потрібно не один рік працювати в цьому напрямку, навчатися і таке інше. Це правда? Да. Вы понимаете, какая ситуация? Это вот еще один, так сказать, правильный аспект, который бы мне хотелось подчеркнуть в нашем с вами разговоре. Спасибо, что вы задали этот вопрос. Потому что на самом деле, да, это операции, требующие определенных навыков. Эти навыки, они, знаете, мне моя работа больше всего напоминает, ну, знаете, как вам сказать, я долго пыталась понять, на что же это похоже, да? По ощущениям. Потому что в детстве, ну как в детстве, после института или во время работы, во время учебы в институте, я там хотела стать хирургом, но не офтальмологом. Вот. А потом так получилось, что так сложились обстоятельства, к счастью, я считаю, большому счастью для меня, что все-таки вот сложилось так, что я стала представителем именно этой профессии. Вот. У нас разрезы очень маленькие. 2 миллиметра, 2,5 миллиметра. Надо уметь контролировать себя, надо уметь расслабиться, надо уметь одновременно и расслабиться, и сосредоточиться. И больше всего вот думала, на что же это похоже? Мне похоже на художественную гимнастику, наверное. Знаете, надо сделать красиво и абсолютно точно. И качественно. И главное, что вот в офтальмологии второго шанса не будет. Ты должен сейчас сделать абсолютно правильно и абсолютно верно. Вот. Ну, нужна и выдержка. И для того, чтобы вырастить хорошего хирурга, да, вообще для того, чтобы человек хотя бы начал как-то там оперировать, да, ну, скажем, такое небольшие объемы, что-то более-менее простое, надо хотя бы 5 лет. Хорошие хирурги, это люди, которые оперируют много, часто, и это минимум 15 лет обучения, ну, 15 лет стажа. Тогда можно сказать, да, однозначно, и большой, конечно, опыт работы, большое количество проведенных операций, только это дает возможность выработать те, скажем так, двигательные навыки, которые позволят вам делать это хорошо. Угу. А я еще так вот зрозуміти, вот сколько в месяц у вас здесь выходит операций? Вы рахували приблизно? Ну, смотрите, месяц на месяц не приходится, потому что у нас как бы вот, люди летом предпочитают все-таки отдыхать, да. Опять же, дети, взрослые, скажем так, если это детские какие-то вмешательства, они в основном происходят на каникулах, да, стараются, не нарушая учебного процесса, прооперироваться. У нас, скажем, такие периоды затишья, лето и новогодние праздники, да. Ну, в общем и целом, среднее количество операций в год у нас составляет приблизительно 9-10 тысяч. Это раньше, в центре, в целом, да. Ну, вот приблизительно, вот можно представить, что где-то около 1000, наверное, в месяц, 900 получается. Зрозуміло. А от якщо от проаналізувати, от фактично не платять зарплатню вже з квітня місяця, і от там якимось чином там іде компенсація зі спецфондів, але це не зарплатня фактично. Я, наскільки знаю, там все ж таки надається якась допомога і по дитячій травмі ока. Яка там ситуація і скільки це може ще продовжуватися без фінансування? Значит, смотрите, получается так, что на данный момент у нас была возможность выплатить зарплату фактически с нашего фонда, который мы, оказывая помощь, скажем так, иногородним пациентам, они оплачивали нам свою госпитализацию, что позволило нам некоторое время выплачивать, скажем так, заработную плату, понятно, без всяких надбавок, без всяких, скажем так, премии и всего остального нашим сотрудникам. Вот. Но, к сожалению, резервы наши уже практически истощились. Мы подходим к той грани, когда государство должно сказать свое твердое слово и, я так считаю, оказать нам помощь и решить этот вопрос. Потому что дальше так продолжаться, конечно же, не может. Детская травма глаза, вы понимаете, ну, как вам сказать, ну,
Наши доктора, при том, что как бы зарплата минимальная, они оказывают помощь. Ну как мы можем отказать маленьким детям? Ну вот у нас пациенты были за последний месяц 2 года, год и 4, год и полтора года. Причем, кстати, большая часть, как оказалось, таки жители области, да, там, соседних с Киевом районов. Вот. Ну, отказать мы им не можем, но рано или поздно доктора, не получая зарплаты, ну, они встанут и уйдут. В конце концов, есть масса мест, да, масса мест, где им могут предложить. Им и предлагают трудоустройство. Я, насколько знаю, как бы общаясь с нашими сотрудниками, все они или совмещают, или их приглашают и оперировать, и, скажем, консультировать и в частных клиниках. И за рубежом. Они, наши сотрудники, они не пропадут. Они высококвалифицированные, хорошие специалисты. Пропадут как раз не они, пропадут жители Киева и Киевской области. Можно сказать, пострадают жители Украины в целом. Потому что разойдется коллектив. И больше такого, собрать его снова в таком составе, ну, не представится возможным, к сожалению. Угу. Я даже не знаю, как дальше будет руководство, например, киевское наше любимое, департамент охраны здоровья, будет из этой ситуации выходить. Но их, видимо, эта ситуация как-то не волнует. А вот я вот просто... Вот... Я аналізую, що от дуже багато людей от вийшли на акції протесту, які були не задіяні у змінах і які вимушені були для того, щоб якось змінити цю ситуацію, бо ми бачимо, як просто намагаються закрити фактично 2 лікарні, в тому числі центр мікрохірургії ока. І з вашої точки зору, що повинно було трапитися, щоб чиновники це допустили? Я зараз не говорю конкретно за якогось чиновника, а в принципі за усіх цих добродіїв у лапках, які от просто нам розказують, що от колізія в законі, ми вам нічого не можемо зробити, це все ж кримінальні злочини, виплати зарплатні. Але ми бачимо, що ця ситуація продовжується. От... Я просто навіть не знаю, як правильно сформулювати питання, тому що я вас одразу хочу зрозуміти, от, що повинно було трапитися у цих людей в головах, що вони до цього довели ситуацію, але ж її можна було вирішити сотні разів. Ви розумієте, мені так кажеться, що на самом деле, як і во всій нашій країні, наверное, як завжди во всьому світі відбувається, відсутствие личної, персональної, возможно, даже криминальной ответственности за происходящее. Потому что если бы были наказаны, вот сложилась ситуация, да, ребенок не получил помощь, вот ему негде ее получить. Вот, и в принципе нанесен, грубо говоря, это же ущерб здоровью, да, это инвалидность. Вот дальше спрашивается, кто не выполнил свои личные посадовые обовязки. Ну, мне так, понимаете, что самое интересное, что больше всего убивает, скажем так, безответственность и полное равнодушие вообще к процессу. Мне кажется, что такие люди, которые так относятся вообще, скажем там, к таким медицинским, важным медицинским вопросам, ну, не должны заниматься этими вещами. Это аморально. За аналогію, якщо навіть робити, і от, десь можна привести вчені, які займалися якимись науковими там, роботами. Якщо от у 90-ті роки вони теж опинилися всі на вулиці, їм просто перестали платити і все. І там, в принципі, у державі тоді була така ситуація. А тут ми бачимо якось вибірково. Вибірково, тому що от, об'єктивно ж Національна служба здоров'я не розрахувала тарифи. І таким чином вони не змогли заключити договір, і Київрада на це не пішла. Якщо б навіть вони пішли на це було просто ще швидше банкрутство і знищення лікарні. Чому це от зробили чиновники? Вони ж прекрасно розуміли, що щось треба вирішувати з цими лікарнями, що немає тарифів, що їм якимось чином, якщо їх немає, потрібно зробити якісь дії.
Це от з вашої точки зору, от з Національної служби здоров'я, інших організацій. Це була така цілеспрямована політика у рамках медреформи, просто знищити ті лікарні, які не вписувалися в їх бачення ринку медицинських послуг, чи як? Ви знаєте, Дмитрій, к сожалению, ну, я же не можу відповідати за те, що у кого відбувається в голові, да? Кто, какие подспудные мысли и какие цели преследуют. Ну, одна, как одна из версий, да, конечно. Конечно, да, мы делаем эти 10 тысяч операций в год. Угу. Конечно, если мы их не будем делать, то, наверное, их будет делать кто-то другой. Но тут надо учесть, что достаточно значительная часть из тех оперативных вмешательств, которые мы делаем, они имеют такую, скажем, социальную нагрузку. Потому что вот те бабушки и дедушки, да, которые к нам приходят, mm-hmm. и получают, как киевляне, бесплатно ту же консультацию, которым имплантируются бесплатно хрусталики, которые, кстати, не только покупал наш департамент охраны здоровья, которые мы в свое время, когда мы могли себе это позволить, закупали самостоятельно из фонда своего тоже, и тоже абсолютно полностью бесплатно оперировали пациентов. Мы же, в принципе, нами прооперировано уже на данный момент около 2-3 тысяч человек бесплатно абсолютно. Как бы, куда денутся эти люди, которые не могут в сложившихся обстоятельствах позволить себе оплатить консультацию и операцию в частной клинике? Как они будут жить? Тем более, если они одиноки, у них мизерная пенсия. Угу. Это ужасно. Я так розумію, що от варіант виходу з цієї ситуації, щоб точно лікарню не закрили, це передача під контроль Міністерства охорони здоров'я лікарні і перетворення лікарні в інститут. Якщо я не помиляюсь, раніше ця лікарня вже була інститутом. І цей інститут просто от передали місту і переформатували власність і як от лікарня. Чи бачите ви в цьому вихід цієї ситуації і чи є там якісь підводні камені? Ну, однозначно, це одне з самих простих і правильних рішень. Тому що, к сожалению, в сложившейся вот этой нашей ужасной юридической коллизии, да, которая образовалась вокруг нашего финансирования. НСЗУ сейчас может финансировать по законодательству только заклады, які надають вторинну медичну допомогу. И у них, поэтому в НСЗУ, во-первых, нет тарифов, во-вторых, все их договора, даже вот договорные условия договора, чтобы с ними заключить договор, они все содержат в себе такие юридические нюансы, которые значительно усложняют. Вот на данный момент мы ведем переговоры с НСЗУ, и юридическая сторона очень дело запутанное, мы совсем не уверены в том, что у нас получится, при том, что у нас есть, да, мы бы могли заключить, если пытаемся немає, заключить если договор. Если нет тарифов, то я просто не понимаю, как это заключить. Смотрите, договор ну, с ними. Ну, ну, хотя бы тут заключить на частичное финансирование, потому что у нас есть поликлиническая помощь, да? Угу. Це, как бы можно... Ну, хочу бы что-то отримувати. Да, да, чтобы хотя бы как-то получить как, хоть какое-то финансирование вообще, да? Все равно там все очень сложное, серьезное, и то есть, возможно, если мы сможем получить финансирование, то только, скажем так, по поликлиническим пакетам. У нас две поликлиники, взрослая и детская. Угу. Вот. Также лазерный, скажем так, центр наш. Они оказывают консультативно-диагностические услуги, поэтому, возможно, может быть. Но, тем не менее, это, скорее всего, все равно не решит этой проблемы. Почему нам надо финансирование и из МОЗ, почему бы мы хотели финансироваться Министерством охраны здоровья? Потому что кроме лечебной деятельности, мы и на нашей базе и раньше проводилась научная работа значительная, да? И на данный момент наши сотрудники и в процессе защиты диссертации, да, и они являются также преподавателями. Да, на нашей деятельность. Да, то есть для того, чтобы опять же таки проводить какую-либо научную деятельность, надо иметь значительный поток пациентов, да,
который что даст возможности проводить исследовательскую деятельность в том числе, и научную деятельность в том числе, понимаете? Поэтому в этом плане финансирование Министерства охраны здоровья нас как организации, которая может проводить и научно, и проводит, и может проводить, и была бы рада проводить научно-исследовательскую деятельность, это тоже значительный плюс был бы. И не только для, скажем, нас, как людей, занимающихся наукой, но и для всей Украины в целом. Mm-hmm. Потому что не может быть какого-то развития, какого-то движения вперед без научной деятельности и без таких базових. А якщо от проаналізувати, ми от над журналістськими запитами все ж таки витребували інформацію щодо конкретно, що місто закупило за останні там 7-8 років. І нам надали відповідь, що там тільки один апарат, півтора мільйони гривень, і це місто. Я так розумію, що якесь стоїть табу, мабуть, на фінансування цього центру мікрохірургії ока, тому що фактично місто, як власник цієї лікарні, вірніше, громада власника, місто як розпорядник, ми бачимо, що якось не складається в них з фінансуванням. Чому так сталося, з вашої точки зору? І, можливо, не потрібні інструменти, там, мікроскопи, таке інше? Є потреба взагалі в високотехнологічному обладнанні у центру мікрохірургії ока? Можливо, там просто чиновники роблять вигляд, що його не потрібно? К сожалению, да, это тоже одна из таких болезненных, скажем, тем для нас. Каждый год, неоднократно, при каждой смене, так сказать, головы департамента охраны здоровья Киева, да, мы подавали просьбы закупить нам оборудование, обновить. Потому что каждая уважающая себя, да, клиника, она так или иначе проводит апгрейд, грубо говоря, да, обновляет аппаратуру для того, чтобы иметь возможности улучшать свою диагностику, улучшать свои результаты лечения. Офтальмология – это высокотехнологическая отрасль. Очень много завязано на аппаратуре, да, на диагностике. И чем лучше ты проводишь диагностические, чем лучше у тебя возможности диагностики, тем лучше у тебя и возможности лечения, скажем так. К сожалению, подавали мы просьбу закупить, обновить нам оборудование на 150 миллионов. В результате мы ни разу ничего не получили, за исключением вот единственного аппарата, который был, который нам закупили. Спасибо большое, конечно. Но хотелось бы совершенно других масштабов. Абсолютно. Да, у нас есть оборудование, которое привлекается, скажем, как демонстрационные модели, мы ими пользуемся, нам им дают возможность на них работать, дают возможность оказывать помощь, но это привлекается под имя наших сотрудников, под имя главного врача, да, для того, чтобы... Это развод лекарни, да. Проблемы лекарей, а не чиновников. Да, это в основном проблема, скажем, администрации и сотрудников. Вот так вот, к сожалению, не беспокоит это наше. Ситуація. А от я от не розумію. Тобто 1% із 100 якось дуже дивно. З умови того, що Київ – це дуже багате місце. Місто – це, якщо от порівняти з іншими, ну, там бюджети, ну, просто космічні. І от за всі ці роки ми бачимо, що від потреби 1%. Ну, оставимо це на совісті наших руководителей. К сожалению. Я думаю, что здесь какая-то интересная, цикавая ситуация. Да, и ситуация интересная, очень интересная. А как вы можете... Я думаю, во многом всем понятно. А как вы можете оценить работу министра Степанова, министра охраны здоровья? Чи він робить все можливе для того, чтобы врятувати лікарні? Знаете, к счастью, это, наверное, за последние 5 лет действительно человек, который интересуется и старается помочь нашей
системе здравоохранения и при этом активно интересуются мнением докторов, что немаловажно, потому что раньше мы имели какие-то такие очень интересные отношения, односторонние, что бы вы ни написали, что бы вы ни просили, что бы вы ни хотели, натыкалась на такую глухую железобетонную стену. В данной ситуации министр Степанов как бы вошел в наше положение, он понимает актуальность проблемы. Большое спасибо ему за это. Мы очень рады, что нас слышат. Быть услышанным — это очень важно. Это 50% успеха, скажем так. Услышанным и понятым. И Министерство здравоохранения не возражает против того, чтобы взять наш, так сказать, под свое финансирование и дать нам возможности улучшить качество нашей помощи и дать возможность киевлянам, а также всем остальным жителям Украины, которые к нам приедут, получить качественное, хорошее лечение, которое будет оказано на самом современном уровне с использованием самых современных методик и технологий. Мы будем на это надеяться. Нам бы хотелось работать в таких условиях. И не только нам, но и нашим пациентам. Якщо проаналізувати, я впевнений, що ви теж намагаєтесь робити все можливе для того, щоб якимось чином центр мікрохірургії ока його зберегти. І от є ще у нас комітет Верховної Ради з медицини. Чи бачили ви якісь дії, які з їх сторони все ж таки допомагали б зберегти це центр мікрохірургії ока? Це дуже цікаво, тому що там депутати Верховної Ради і профільний комітет. І дуже цікаво конкретно, що вони зробили конкретно для того, щоб цю ситуацію якимось чином вирішити. Тому що непродумана медична реформа, так звана, це результат саме роботи депутатів і попереднього скликання, і вже цих депутатів цього скликання. Ну, это, знаете, хотелось бы, возвращаясь к предыдущему вопросу, сказать, что, конечно, медициной должны заниматься врачи, не менеджеры. Потому что менеджер — это, конечно, оптимально, когда в человеке хорошо сочетается и менеджмент, и понимание лечебных вопросов. Но абсолютное игнорирование, скажем, мнения медицинской общественности, оно тоже невозможно. Реформа нужна. Никто не возражает. Да, однозначно нужна. И действительно, финансирование должно происходить в тех местах, где происходит лечебная деятельность, а не, скажем так. Но та форма, которую эти изменения приобрели сейчас, она крайне непродумана. И опасно. И это может привести просто к, скажем так, неоказанию или некачественному оказанию медицинской помощи вообще. Вот пострадает от этого наш конечный с вами бенефициар, да, пациент. Он пострадает больше всех. А от чи є надія на президента України? Тому що, як ми пам'ятаємо, він заявляв, що жодна лікарня не буде зачинена, гарантую, таке інше. Ну, дуже багато відео знімав з цього приводу. Чи є надія на президента? Понимаете, надежда, вона, як известно, умирает в последнє. Вот. Ми будемо надіятися. Нам хочеться надіятися. Понимаете? Это потому что мы живем в этой стране. Здесь живут наши дети, да? И без нормального медицинского, медицинской помощи, ну, как бы это, знаете, если брать пирамиду Маслоу, да, это базовая потребность. Если этого не будет, то здесь жить становится просто опасным. Ну, давайте поможем друг другу. Будем надеяться на президента тоже. Якщо от все ж таки перейти до більш якихось позитивних тем, от ініціаторами реформ і медицини, і таке інше, от особливо акцентують увагу на тому, що от раніше була прив'язка до койкомісії. І таким чином виходили, скільки там койок потрібно, і стільки лікарень будуємо. У нас зараз не модно будувати лікарні, їх скорочують. І аргументуються тим, що у нас медицина за ці роки
зробила дуже багато відкриттів, технологічна база вона оновилася, спеціалізація поновилася, препарати змінилися, покращилися, інше. І начебто відпала кількість така кількомісць, щоб просто... Вони лишні, фактично. Ця ситуація, вона доцільна до от офтальмології? Чи там ситуація не змінюється, і там потрібна дуже багато кількість саме койкомісць? Знаєте, мені так кажеться, що в цій проблемі взагалі треба дуже... Проблема взагалі того, що відбувається, того, що це все дуже непродумано. Дуже непродумано. Якщо брати офтальмологію, то, конечно, да, целесообразно было бы финансировать по проведенным манипуляциям, да, по операциям. Мы делаем достаточное количество операций, как бы мы активный стационар, и все. Но вопрос в том, какой тариф, и кто его посчитал, и что туда заложено. Ну, потому что не может этот тариф покрывать, мало того, что он как бы... размазан, есть разные патологии, да, катаракта, это может быть хирургия одного дня, человек пришел, сделал операцию, ушел, да. Есть пациенты, допустим, с отслойкой сетчатки, да, где операция сама по себе гораздо более продолжительная, она может продолжаться и 3 часа, например, если катаракта может при, скажем, незапущенной ситуации происходить и 15-20 минут. Да. Если у вас хирург, который имеет большой опыт работы, да, он сделает это хорошо и быстро, и всем, все будут довольны и счастливы. То, допустим, отслойка сетчатки при наличии сахарного диабета, диабетической ретинопатии, и это может продолжаться и 3 часа, если мы хотим сохранить зрение, и будем делать это все долго, тщательно и аккуратно. Да? Этого пациента выписывать домой нежелательно, потому что он достаточно получил длительную анестезию, да? Он сам по себе соматически более тяжелый, да? Он, как правило, находится сутки, двое, трое. В принципе, есть такие ситуации, когда в дальнейшем он, там вводится одно лекарственное вещество, да? Например, меняют один силикон на другой газ. Там есть разные, в зависимости от, скажем, состояния пациента, продолжительность пребывания его на койке может быть, и в стационаре необходимость пребывания может быть различной. Поэтому тарифы должны быть разработаны, во-первых, непосредственно, скажем так, при участии докторов. А не взять какой-то один тариф на всех и поделить, что это отслойка, что это катаракта, вся стоимость одинаково смешная, по-другому не скажешь. І, тобто, я так розумію, методи лікування змінилися, що пацієнтам вже не потрібно дуже багато часу проводити на койкомісцях за 30 років. І таким чином не потрібно так дуже багато койок, можна їх якимось чином урізати. Именно, скажем так. Но есть еще и другая ситуация. Есть, например, пациенты, которые нуждаются в консервативном лечении. Да? Так или иначе, есть все равно группа пациентов, которые бы неплохо получать какую-то нейротрофическую терапию, как-то пациенты с глаукомой. Да? Вот. Они бы, было бы неплохо, чтобы они приходили или находились в стационаре дней 10. Поэтому я думаю, что для каждой патологии должен быть разработан свой тариф, для того, чтобы оптимизировать необходимость, скажем так, финансовую составляющую. А если вот объективно подивитись на высокотехнологичные аппараты, которые вот використовуються в офтальмологии, если я не помиляюсь, если брать практически любое медичное обладнання дуже высокого уровня, на цьому медичному обладнанні треба, щоб вміли працювати, тобто якісь курси проходити, їх потрібно оплачувати, ці курси. І вони зазвичай дуже наукоємкі, і практика повинна бути. Тобто... Інженерне обслуговування апаратури, так. Метрологія, да, це все. А це питання якось підіймається чиновниками, і як це відбувається в нас в Україні? Якщо я так розумію, що конкретно центр мікрохірургії ока вже досить давно не отримує взагалі нічого, і це, я так розумію, під загрозу ставиться життя пацієнтів, які можуть фактично потім не отримати цю допомогу, чи як?
Смотрите, оборудование, скажем, у нас обслуживается, пока у нас было финансирование, да, мы имели возможность получать, скажем, и инженерное обслуживание, да, и по договорам, которые заключал наш центр с соответствующими, скажем, там, производителями или теми, кто эту аппаратуру продает и предоставляет соответствующие инженерные услуги. Вот. Ну, вопрос, это опять же вопрос финансирования. Ну, будет финансирование, будет оно лучше, мы будем покупать новую аппаратуру, более хорошую. Будем, скажем так, это нам будет давать большие возможности. Ну, нет финансирования, нет, конечно, нет. А еще, брат, чисто таку наукову складову. Яким чином змінилося обладнання офтальмологічне за 30 років? Хоча б за 10, за 15, розумію, що вам за 30, мабуть, недоцільно коментувати, але от... Вообще? Смотрите. Так, от є якісь зміни до кращого? І, конечно. Понимаете, все наши сотрудники, практически все наши оперирующие хирурги, мы же так или иначе посещаем все, скажем, современные... конференции, которые происходят по офтальмологии, по офтальмохирургии, да, которые происходят так или иначе, наши сотрудники ездят. Я вам могу сказать, что уровень наших сотрудников и уровень хирургической активности совсем не хуже. Совсем-совсем не хуже, чем у наших западных коллег. Абсолютно. Вот. Ну, к сожалению, никто этого не оценит, скажем так. Почему-то принято считать, что где-то там они это все делается лучше и больше. Ну, хочу вам сказать, что на самом деле это не так. Ну, чтобы вы понимали, что центр наш возник, да, в 1988 году был организован, да. И имплантировать искусственные хрусталики мы стали практически параллельно с Москвой, с Федоровым. И на тот момент, когда к нам приезжали, скажем так, коллеги из Америки, они были шокированы. Они думали, что мы тут ходим, видимо, с медведями вместе в обнимку. Это вызвало у них большой шок, потому что количество проведенных на тот момент операций, скажем так, по имплантации хрусталика было больше, чем у них. Вот. Поэтому как бы мы не стоим на месте. Мы пытаемся внедрять все новое, что появляется, все новые и схемы лечения, и методики операций, и какие-то, скажем, инструменты. Все наши коллеги развиваются, все стараются быть, так сказать, на пике происходящего. У нас есть и доклады, которые мы на международных конференциях принимаем участие не только как слушатели, но и как докладчики, наши сотрудники. Я так розумію, нашим пацієнтам, якщо у них є таке, от є таке бажання якимось чином оцінити, просто отримати офтальмологічну допомогу десь за кордоном. І таким чином в них буде певна інформація для того, щоб порівняти. І таким чином у них зразу зніметься питання про якість наших медичних послуг. У нас є навіть такі пацієнти, які приїжджають к нам і справляють те, що було зроблено за кордоном, к сожалению. І приїжджають на операцію на другий глаз вже після, так сказати, горького опиту. Вот, поэтому сказать, что наши сотрудники где-то как-то там отстают, я не могу сказать. Ну и останнє питання більш таки етичне. От нас позиціонують зараз медичні ці напрямки, от і медична реформа, вона з медичної допомоги робить медичну послугу. І от послуга і допомога – це от етично різні зовсім поняття. От як ви відноситеся до своєї роботи? Ви більш послуги надаєте, чи все ж таки більш допомогу? Лично я... З умови на нашу зарплатню українську. Да. Лично я склоняюсь все-таки к поняттю помощи. Понимаете? Потому что послуга это... Знаете, вы когда в магазине пришли и купили там авоську лука, вам кассир... послугу оказал, да, вот он вам его пробил безличностно, абсолютно.
не привязываясь к вашим проблемам, не привязываясь к вашим особенностям. Да, он ее сделал, и все, и вы расстались на этом. С врачом так не происходит, к сожалению, с автором. В очень большом количестве случаев, да, есть заболевания хронического характера. Угу. Люди пожилые, да. В офтальмологии это у нас есть два аспекта: дети, угу, и пожилые люди. Да? Дети — это тогда, когда глаз развивается, когда это актуально, не дай бог, травма, косоглазие, да, там амблиопия, вот это, скажем, группа, угу, людей, детей до 20, и после 60. Это вот наши два основных, так сказать, направление работы. И, к сожалению, пожилой человек — это человек, у которого с каждым годом появляется что-то новое. Если не гипертония, то диабет. Если не диабет, то атеросклероз. Я не говорю уже о всяких других заболеваниях. Поэтому мы своих пациентов знаем хорошо. Они к нам приходят еще и еще. Мы дружим и общаемся многие годы, и сказать, что это послуга, ну, это, наверное, неправильно. Дякую. З нами у програмі була Радченко Юлія, кандидат медичних наук, хірург, офтальмолог Центру мікрохірургії ока. Дякую вам. Спасибо. Це була програма «Без протоколу». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. До зустрічі.